Хочу вам рассказать, как возникла идея открыть магазин пива «Бермак» в городе Боярка. Я живу в Киеве, вокруг меня находится 4 или 5 пивных магазинов. Я не хочу навязывать никому свое там личное мнение и не хочу никаких предъявлять претензий к производителям пива, которое продается везде. Но, в принципе, как бы я пришел к выводу, что в этих магазинах, которые находятся вокруг меня, я для себя не нашел ничего подходящего. И решил открыть магазин. В нашем магазине я буду стараться представить достойное пиво, на мой взгляд, от разных производителей украинских крафтовых.